Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10%. Терамобил на Янаульской 1А. Инна Сагитова – оператор участковой избирательной комиссии. Сегодня ее первый рабочий день в этой должности. Сейчас она заполняет приглашение на выборы. Необходимо подписать более 2000 обращений. Позже их разнесут по квартирам, а вместе с тем уточнят списки избирателей. Дорогие избиратели, нефтекамцы, просим не пугаться нас, быть к нам лояльны. Мы займем вас вообще очень мало времени, в пределах 5 минут, для сверки документов, паспорта. И приглашаем вас всех на выборы. На большинстве избирательных участков работают люди, за плечами которых не одни выборы. Однако даже им необходимо знать о нововведениях этого года. Специально для этого провели встречу членов УИКов с республиканским руководством. Им предстоит изучить новые особенности изготовления итоговых протоколов с использованием QR-кодов. То есть протоколы будут составляться уже не вручную, а на персональных компьютерах с использованием специального программного обеспечения. Ну, эта технология, она уже была обкатана в сентябре прошлого года на территории 20 субъектов Российской Федерации при проведении основных выборов. К тому же членам избирательных комиссий рассказали о том, что теперь наблюдатели могут заранее не уведомлять о своем присутствии. Вдобавок к этому на участках впервые будут находиться наблюдатели от общественных движений. Поведали и о мерах наказания за фальсификацию результатов голосования. Они стали намного строже. Теперь нарушители могут получить административный штраф до 30 тысяч рублей или реальный срок лишения свободы до 5 лет. Лариса Миронова, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».